Президент поставил точку в ситуации с авто с иностранными номерами. Их владельцам необходимо до 1 марта 2021 года уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывести его из страны. Также глава государства дал поручение правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из ЕАЭС для личного пользования. К примеру, в России и Кыргызстане наши граждане приобретают автомашины по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки на учет. В Армении же наши граждане, нарушая законодательство Казахстана, оформляют технические паспорта. Большинство ввезенных в страну таких автомобилей не ставится на учет. Таких транспортных средств десятки тысяч. Я даю поручение Генеральной прокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации.